5000 рублей за непристегнутый ремень. В Госдуме предлагают в несколько раз увеличить штрафы за нарушение правил. Так, помимо пятикратного роста за несоблюдение техники безопасности, ужесточить хотят и наказание за превышение скорости. Если водитель повторно превысит на 40-60 км в час, его могут лишить прав на полгода. Еще одно новшество, которое прошло уже третье чтение, это штраф за выброшенный из авто мусор. Наказание предусмотрено до 15 тысяч рублей. За повторный инцидент платить придется вдвое больше. Для юридических лиц еще строже. Раскошелиться надо будет на 200 тысяч вплоть до конфискации транспорта. Рассматриваются и послабления. Предлагают перестать штрафовать за грязные номера, забытые документы, водительские права, а также за невключенный указатель поворота.